Вы, наверное, слышали, что рыба, раки – это миллионы, ребята. Я сейчас в Сызрани, вон она, вон там вот, и вы не представляете. Я решил рыбешечки себе купить. Подошел, смотрю, у мужика вот такая вот пачка денег. Ну, я постоял, пообщался. Я говорю: братан, вот что нужно сделать молодым людям, чтобы открыть такую точку, как у тебя? Он говорит: естественно, вам нужна коптильня. Потом рассказывал про врачевни. Я говорю: ну, по-хорошему, ты вот стоишь сейчас грязный, замусоленный, я говорю, на какой-то шестерке. Я говорю: а по бабкам-то у тебя выходит нормально? Он говорит: братан, я, говорит, в день пятнашку чистыми делаю на трассе. Но просто так не встать. Вы представляете, пятнашку чистыми. Я думала, они 2-3 тысячи зарабатывают, не больше. Вот такой вот, ребята, бизнес. И он говорит: самое смешное, что в основном идут раки, а не рыба. Меня это очень удивило. Пиво пьют все, расслабиться хотят все. Короче, раки – это тема. Лайк, если не знал.